Добрый день, зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы с вами будем вязать вот такого красивого зайчика с плюшку, который практически полностью будет вязаться по схеме вот этого мишки, которого мы с вами уже вязали. Отличие у них будет только вот в ушке и в ушках и в оформлении мордочки. А так полностью вяжем по схеме медвежонка. Зайчика я буду вязать крючком номер 1,5 и пряжей джинс Yarn Art мятного цвета, это номер 79. Вот у меня уже связаны голова, хвостик, ручки, ножки и туловище. Ссылку на то, как вязать все эти детали, я оставлю под видео, а также будет на самом видео. Переходите на эти ссылки и вяжите все эти детали. В этом видео мы будем вязать с вами ушки. Вот я уже одно связала. И будем второе вязать с вами вместе. Делаем кольцо амигуруми. И в это кольцо провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо стягиваем и вяжем второй ряд. Во втором ряду мы в каждый столбик делаем по прибавлению. 1, 2. В следующий столбик тоже провязываем 2 столбика. И так вяжем до конца ряда. В каждый столбик провязываем по прибавлению. И во втором ряду у нас будет 12 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем столбик, а во второй делаем прибавление. И так мы будем чередовать до конца ряда. Снова провязываем один столбик, далее прибавка. Столбик, прибавка, снова столбик. Прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. Итак, в итоге в третьем ряду у нас получается 18 столбиков. Теперь с 4 по 6 ряд мы провязываем по 18 столбиков. Ничего нигде не прибавляем. Просто вяжем 18 столбиков по 6 ряд. Теперь вяжем 7 ряд. В 7 ряду мы провязываем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Теперь делаем убавление, захватываем переднюю стеночку одного столбика, переднюю стеночку второго столбика и провязываем столбик без накида. Далее снова вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в последних двух столбиках провязываем убавление. И в итоге в 7 ряду у нас получится 16 столбиков. Теперь вяжем 8 и 9 ряд. Провязываем по 16 столбиков. Вот вяжем 8 ряд, 16, нигде ничего не прибавляем. И 9 ряд аналогично провязываем по 16 столбиков. Теперь вяжем 10 ряд.
В 10 ряду мы провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И после 6 делаем убавление. Снова провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в последних 2 столбиках убавление. Теперь будем вязать. В этом ряду, в 10, у нас получилось 14 столбиков. Теперь будем вязать 1, с 11 по 16 ряд. И в этих рядах у нас будет по 14 столбиков. Вяжем самостоятельно. И после 16 ряда отрезаем ниточку подлиннее, для того, чтобы можно было удобно пришить ушки. Теперь будем вышивать зайчику глазки и носик. Для этого я буду использовать пряжу Yarn Art Canaris, черный цвет. И вот я уже отметила, где будем вышивать носик. Вот от низа, где мы закончили последний ряд, отсчитываем 8 столбиков, 8 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И над 8 ставим, вот я поставила булавочку, отметила. Теперь отсчитываем 3 ряда вверх. 1, 2, 3. И ставим тоже булавочку напротив друг друга. И также отсчитываем, чтобы справа и слева от нашей булавочки было по одному столбику. И в итоге сверху получится 3 столбика. 1, 2, 3. Вот прокалываем в первую, там, где вот у нас булавочка стоит, и выводим иголку там, где у нас вторая булавочка. Теперь булавки снимаем, протягиваем нить. Так вот, закрепили. Снова повторяем, так как я буду делать 2 стежка. Если у вас пряжа потолще, вы можете делать и 1. И вот второй. Так, все ниточки так попрячем туда. Теперь делаем второй стежок и иголку выводим там, где вон у нас сверху булавочка. И теперь делаем 2 стежка. Один. И второй. Вот носик мы с вами вышили. Теперь будем вышивать глазки. Я сделала разметку глазиков. И вот смотрите, там, где у нас был расположен носик, мы отсчитываем 2 столбика. 1, 2. И поставили иголочку. Теперь от этой иголочки отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И ставим иголочку. Это у нас глазик вот длинненький. И теперь, чтобы глазик был закрыт, мы ставим сверху булавочку. Вот отступаем один ряд вверх и один столбик тоже вверх отступили. И аналогично здесь тоже поднимаемся на один ряд вверх от нашей булавочки и отступаем в сторону тоже на один столбик. И так само размечаем второй глазик.
И вот мы переходим от носика и начинаем вышивать глазик. Вот прокалываем нашу иголочку в точку 1. Булавку уже эту можно убрать. Теперь у нас идет здесь 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И прокалываем во вторую точечку. Так, разверну немного. Так. Сделали один стежок, и я из своих ниток делаю 2 стежка. И вот мы сделали второй стежок. Теперь будем подниматься вот на один ряд вверх и пропускаем один столбик. И получается у нас вот эта вот третья точечка. Этот стежок будет идти как немного под наклоном. Один раз. И второй раз. И теперь иголочку будем выводить вот в этом уголочке глаза. Вышли один и теперь вывели в этом уголочке, сейчас так под ниточки, чтоб вот так. И теперь снова поднимаемся на один ряд вверх и на один столбик. И получается прокалываем вот в эту точечку. Убираем булавку. Так, глазик разворачиваю, чтобы было удобно прошить. Один стежок. И также делаем второй стежок. Один глазик мы с вами вышили. И аналогично вышиваем второй глазик. После того, как мы вот вышили с вами мордочку, ну, глазки и носик, ниточку вывели вниз и обрезали ее. И теперь будем пришивать ушки. Вот у нас такие ушки. Их мы слаживаем пополам и потом только начинаем пришивать. Вот я уже одно ушко прикрепила. Оно располагается именно сверху по центру головы. И приблизительно от центра 1, 2, приблизительно 3 ряда я отступила. И также буду располагать и второе ушко. И буду их пришивать. И вот ушки нашему зайчику мы пришили, теперь будем брать туловище и пришивать голову к туловищу зайчика. И вот такой зайчик с плюшка у нас с вами получился. Мы пришили все детали, хвостик сзади, одели красивый бантик, и игрушка готова. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!